Но вы знаете, то, что официально наш президент выступил и показал свой, как говорится, в суде, да, и вот именно то, что он разводится официально с женой, я считаю, что как для политика это большой шаг. Это большой шаг, в первую очередь, показать всему Евросоюзу, да, и самим гражданам России, что Путин демократичен, да, и в первую очередь он открыт. А то есть он и показывает, что у нас в стране демократия, и что даже президент имеет право развестись. Почему? Потому что мы не забываем, что Путин — это в первую очередь гражданин Российской Федерации. И извините меня, если у людей нету внутри семейного счастья и благополучия, то люди не должны жить друг с другом для того, чтобы делать какую-то шторку, для того, что у них все нормально. Это очень большой шаг, и то, что Путин показал это всему мировому сообществу, что он официально развелся. Посмотрите, как жена Путина выступила. Она же не оскорбляла его, она его не угнетала ничем. Они пришли сами к этому. И я считаю, что со стороны президента это сделан очень большой демократический шаг.